Всем, девчата, привет. Что я тут делаю? Вы знаете, сегодня воскресенье, Вера уже пришла со школы. День такой пасмурный. Начинался снежок и прекратился. Непонятно, может быть, к вечеру пойдет, но на здоровье это сказывается. Вот такая погода противная. Там все как в молоке. А я что делаю, девчата? Вот такой рюшки на рукавчиках у Веры. Вот, видите? Мама, отпари. Я говорю, хорошо. Водолазку покупала, но это покупная китайцев. Она ее не носила. В этом году, гляжу, стала носить. Но вот эти вот рюши убери. Я говорю, хорошо. Я пошла... Мы пообедали, пошла замесила тесто, ну и чё? Глянула, у меня и дрожжей, девчат, нету поварёнок. Досиделась. Как так я проглядела? Ну, закончились. И думаю, поварёнка нет. Сейчас я ещё загляну здесь в тумбочку, что у меня ещё закончилось. И зайду вот в довольный слон, зашла, надо выписать сахару. Сахару нету. Сахар, девочки, у нас я открыла. Цена, конечно. Так, 10 килограмм. Не 10, а 20, по-моему, килограмм. Что-то я так глянула. Дороговастый. Но без сахара же жить не будешь. Сейчас я посмотрю. Вот продукты питания. Я уж так заглянула, но надо будет сейчас сесть прям и... Так, вот бакалея. Бакалея 748 наименований. Прайс-лист огромадный. Только выбирай. Вот сахар сейчас наберу. Мед 570 рублей за 1,5 килограмма. Девчата у нас продают. Так, так, так. Морская соль. Вот, сахар-песок 62 рубля. 25 килограмм 1500. Ну, я вроде бы заказывала 25 килограмм. Для меня как-то странно, что-то мы его очень быстро съели. Захомячили. Потому что чаевщики. Чаевщики. Да. Ой, отрезаю, видите, отрезаю, и тут придется шовчик, он вшит, прострочить на машинке. Ну, прошьем. Я затопила, девчат, печку, на улице тепло, я печку затопила. Почему затопила? На улицу белье не повесишь, а нужно постирать Верину шапку снуд и пуховик в срочном порядке. Она каталась там. На горках. Ну, пуховик не первой свежести. Говорю, Вер, надо постирать. Она за ночь высохнет. Я сейчас постираю, повешу возле печечки. Машинка постирает. И быстренько оно все высохнет. Потому что завтра девчонки идти на прививку. Куртку я еще не доставала. Чтобы, знаете, на курточку переходить. Ну, рановато еще, рановато. В пуховике, по крайней мере, она прикрытая почти до колен. Ну, в тепле, девчат. А куртка что, одну попу прикроет и все. Тем более она теплые штаны уже сняла. Одела джинсы, правда, под колготки. Ну вот, нафига вот эти вот штуковины? Китайцы пришивали. Вот, вот, я распорола. Видите, получается, здесь вот как вшито было. Машинки мои отремонтированные. Поэтому я разберу машиночку и прострочу. И потом постираю. Белое, тоже говорю, одела раз и в стирку. Белое второй раз не одевается, тем более в школу. Парты грязные. Хоть как там они их моют. Но, девочки, вот эти места, вот где рукава,
Они же затираются. Затираются по-любому. Так, сейчас я вот тут подзашью. И будем выбирать, что же нам заказать. Потом подключусь. Девчат, вот такая вот погода у нас. Ну, маленечко развеивается, я смотрю. Вон солнышко, видите? Все было утром затянуто. Но снег пытался пойти. И все это прекратилось как бы, да? Вон, видите, у нас здесь вот текло. С крыши вчера лед у меня обрушился. Ну, не весь, конечно, но вот это стук и был на веранде, на крыше. Там же все во льду было после вот этого дождя. Толстый слой льда был. Ну, нормально. Я уже постирала белые все блузки Вероны, шапки белые перестирала и пуховик ее. Печка топится. Гляжу, девчонка легла спать. Она устает без выходных. Лежу с Маркизом, завалились спать. Я говорю, ой, ты спать решила? Ну, говорю, поспи, а я пойду. В корзинку накидала, девочки. Сейчас вам покажу, что же я там накидала в нашу корзинку в довольном слоне. Ну вот, девчонки, что я положила в корзинку, сейчас закажу. Посмотрите по ценам и сравните со своим регионом. Вот я взяла сахару, 60 рублей пишут за килограмм, 25 килограмм, 1500 рублей. Но нету смысла брать маленькие эти мешочки, чтобы потом быстро-быстро заказывать еще. Оставляю это. Потом взяла дрожжи, Сафмомент по 11 грамм, 30 штук, девочки, взяла. Мне надолго. Видите, прозевала. Что-то, в общем, тут получается где-то 15 рублей за одну пачечку. Вот на 463 рубля. Но без дрожжей мне никак. Мука, вот которую я все время заказываю от Мельника по 10 килограмм. У меня, девчата, мука уже как бы там... Да, на исходе там осталось, может быть, знаете, 1/3, 3 килограмма в мешке, больше и нету. Я заказала опять 30 килограмм муки, это на 1186 рублей. Кукурузу Фрау Марта 5 штук, икра кабачковая, Вера как-то вот захотела, я говорю, ой, у нас и нету. Но взяла. 5 кукурузы, 5 икры кабачковые и вот зеленый горошек. Тоже Фрау Марта. Я взяла тоже 5 штук. Кукуруза 345, икра 302 рубля за 5. Ну, вот считайте, это за баночку икры получается 60 рублей, да? Да, 60 рублей. А кукуруза 78 рублей пачка. Вот. Майонез Махеев взяла 0,8 провансаль ведро. Думаю, знаете, вот так вот пиццу делать или что-то. У меня майонез кончился совсем. Даже мясо мариновать. 269 рублей. Горошек тоже вот 70 рублей банка. Макароны Макфа Веры. Но у меня есть макароны, все равно запас должен быть. Я что-то две макфы трубочки взяла, да? А что две? Надо взять их 5. То же самое, 5. Вот, 5. И макаронные спиральки. Вот такие вот любим макарошки. Знаете, такие завиточки. Но тут пересчитаем сейчас. И взяла овощную смесь. Что-то в светофоре я не видела давно. Вот любимый наш мексиканский салат и царский. У меня капуста, потом этот зеленая спаржа. Вот это все есть. А вот этих нету. Я взяла по одному. А вот у нас, девчат, мексиканский салат стоит 254 рубля, а овощная смесь 242. Вот представьте, я беру их в
В светофоре в пределах 100 рублей. Здесь 250. Разница большая. Ну, когда мы попадем в светофор, неизвестно, поэтому беру яйцо, девочки. Яйцо взяла Белоречка, белое. Оно что-то по 90 рублей. Отборное по 115, желтое. Не хочу что-то желтое. Взяла 30 на 289 рублей вот здесь. Белизну. Белизну зачем беру? Мою полы иногда люблю. Вместо хлорки туда плюхну, чтобы был вот этот освежающий такой запах. А потом ведро где-то прополоскать. Ну, каждая хозяйка знает, что белизна, ну, классная вещь. Потом взяла вот сок Вере, добрый сок абрикос. Наверное, два взять ей. Пусть будет два. И сок Дары Придонья, тоже абрикос. Ну, вот этот-то вкусный, добрый сок. А сады Придонья я что-то и не знаю. Нет, его, наверное, брать не будем. Что-то он совсем тут дешевый. Выкину, а вот этот два возьму, сахар этот, сок. Она хотела чудо шоколадное, но его не было. Так, девочки, теперь смотрим здесь. Почему-то у меня опять убежало. Сок добрый. Два возьмем. Белизны две, яйца три, овощная смесь по одной. Макароны 5. Вот видите, я тут меняла трубочки, макароны. Возьмем их тоже 5. Пускай будут. Вер без макарон у меня не живет. А майонезу 2. Ну, пусть будет 2. Тут по 800 грамм. Так, эти по 5 баночек я беру. Муки 3. 30 килограмм. Ну, пока хватит, а там потом закажем. 30 дрожжей и сахару 25. Все. Вот это я буду брать. Теперь пересчитать. Вот здесь, видите, было 5700. Сейчас, наверное, будет больше, потому что я добавила там. Так. День какой-то тяжелый. Вот на 6037. На 6 тысяч, девчата. И видите, у меня скидка 123 рубля. Доставка, девочки, у меня бесплатная. Все, оформляю заказ. И вот здесь у вас уже есть вход. Довольный слон есть. Здесь я пишу свое имя, имейл. И тут уже все пойдет мой телефон. Все есть. Мое все есть. Я пользуюсь этим магазином уже лет 8, как не больше. Поэтому я сейчас оформлю, девчата. И завтра мне женщина уже позвонит. Сегодня воскресенье. А завтра она позвонит, скажет, на какой вам день. Если все в наличии, она скажет, все в наличии. Если что-то нет, она скажет, вы знаете, вот того сейчас на складе нет. Заменить вам чем-то или не надо. Оплата идет через карту, она сбрасывает карту. Я тут же оплачиваю. Девчат, никогда проблем нет. И привозит водитель. Их у них два водителя. Они оба ко мне уже дорогу знают хорошо. И машина 4WD. Он приезжает, понимаете, прям мне заносит весь товар на веранду. То есть я только уже дома принимаю товар. Открыживаю его по накладной и, девочки, раскладываю. Вот таким образом живем уже давно. Поэтому делаю заказ, а потом к вам подключусь. И, знаете, я просили меня померить там, примерку сделать моих вязаных, которые я сейчас вяжу. Серую, платьице и кроху показать. Поэтому сейчас я заказ сделаю и будем примерять, девчата. Далеко не убегайте. Девчат, читала сейчас комментарии. Говорит, чем вы поливаете герань, что она у вас цветет? Вот смотрите, у меня наверху. Вот сегодня я здесь не поливала.
Вот эту я все хочу выбросить. Она вон опять, видите, набрала цвет. Опять набрала цвет. Поэтому тут как бы сказать, да? Ничего не делаю, девочки. Земля с моего огорода. Вот каланхой. Вот герань. Видите, маленькая. Вот она уже набрала цветочек. Моя красотка. И вот она, геранька. Вот одна цветет, и вот бутончик набранный. Видите, какая красота. А здесь я вот сейчас в довольном слоне гуляла, чай пила. Вот, приготовила, девочки, платье. Сейчас померяю вам, покажу. В том состоянии, в каком есть. Серое мое. Мое третье произведение, которое я на данный момент вяжу, это у меня косыночка. И вот моя Любочка Будко вчера звонила мне. Таня, покажи, пожалуйста, фалдит у нее что-то там по спинке. Видите, я сняла петли. Петли открытые. Ну, в принципе, я не распустила дальше. Я думаю, что я вот так вот, девчата, распущу. И здесь пущу другой цвет. У меня есть такой васильковый и красный. Вот я их совмещу. И будет, может, два цвета оставлю, а может быть, три. Да? Но я ее не брошу. Пускай будет эта вещь просто для дома, домашняя. Ну, жалко мне ее просто распускать. Просто жалко. Вот у меня на веранде, смотрите, сколько тепла. Покажет, не покажет, не покажет. Там моя Екатерина. Сейчас посмотрим. Так, так, так. Как ты не хочешь? Вот. Вот. Видите, сколько у меня тепла? 26 градусов. У нас очень хорошо, спрашивал кто-то вчера. Тань, у вас тепло? Гляньте на эту мамзель. Моя красавица Муся. Муся определилась. Она уже не уходит к хозяйке, к своей. Она уже, вот она моя красотка. Мусь, Муся, Мусечка, Мусечка моя любимая. Она очень умная кошечка. Ну и что ее пинать туда-сюда, правда же, девчата, пускай она уже живет, раз она нас выбрала. Вот пряжа на сегодня, нас ждет, девочки. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь бобин. Цвета шикарнючие. Сейчас я немножечко разделаюсь здесь с делами и буду вам показывать ее. Я хотела показать, вот здесь у меня еще тоже геранька. Так, сейчас, мои хорошие. Вот она, видите? Это вот денюшка, и то денюшка. А вот геранька. Вот я их тоже кручу, чтобы она ровно как бы стояла. Девочки, никаких удобрений. Честно. Вот, земля обычная, самая обычная. Где-то камушки даже попадались. Камушки просто выкидываю, и все. Раз в день поливаю. Мне там написали, герань не поливается каждый день. Не знаю, девчата. Я не цветовод, но я поливаю каждый день, потому что у нас жарко. Вот, вот цветочек мой, видите, отцвел. Что-то быстро завял. Быстро завял, мой красавец. Наверное, поздно просто зацвел. Вот тот вот цвел. Вот этот, но, девочки, они такие вот прям хорошенькие стали. И вот этот хорошенький. А здесь, вот она, геранька, видите, какая пышная, красивая, красивая. Она, вот такой у нее листик, я вам скажу, он как плюшка какой-то. А вот мой каланхоя, который я украла в опеке. Да, мне не стыдно. Они знают в опеке, что я у них его украла в туалете у них. Рос, я чипнула. Надо же украсть, чтобы он цвел. И он цветет, девочки, он просто шикарно цветет. И вон моя геранька стоит. Это искусственные цветы. Вот такая вот погода сумрачная. Видите, деревья висят. Он ветерок. Я не стала на улицу вешать, потому что обещают метель, что начнется метель. Но у меня появилась надежда, что метель нас обойдет стороной. И сейчас покажу вам на кухне еще цветочки.
Вот, девочки, на кухне у меня, видите, как цветет цветок огромный. Вот они, мои хорошие. Глаз радует. Он прошлый год у меня очень долго цвел. Смотрите, какая красота. И вон маленький я посадила. Он тоже цветет. Цветет, цветет. Вот отросток у меня. Вот он уже дал корешочки. Надо его... Ну, сегодня не буду сажать. Завтра посажу. Вера проснулась, Вера спала. И вот здесь вот такие вот я отбираю. Вот. Я ухаживаю, как могу. Я говорю, я не цветовод. Но такие сухие листики, я, конечно, их просто вот так снимаю, выкидываю. А бывает, знаете, вот вместо удобрения прям в горшок и ложу. Тоже раз в день поливаю. Один раз. Второй раз даже вечером не трогаю. Вер, ты еще поспишь? Ну, спи, моя доченька. И в другой комнате сейчас вам покажу тоже цветочек. И вот, девочки, недавно буквально я его пересадила. Гляньте, какая красота получается. Вот бутон. Вот бутон. Вот он весь в бутончиках. Вот уже цвет. Вот. Ну, это же просто чудо. Давайте так вот его развернем. Он тянется к свету, поэтому я кручу его всегда. Вот мои цветы на первом этаже. Там герани цветут самой-самой осени, не переставая. Пойдемте туда. Я хлеб поставила там, но, по-моему, хлеб у меня не выйдет. Дрожжи старые. Ну, сейчас посмотрим, сходим. Девочки, завела хлеб, но дрожжи, конечно, даже вот печку включила, чтобы она тепло здесь давала. Видите? Подъема нет. Нету подъема. Ну, что сделаешь? Значит, к вечеру сделаем блинчиков. Вот и все. Дрожжи нехорошие. Вот здесь на кухне у меня. Видите, какая красота? Поливаю раз утром. У меня вот так стоит водичка. Вот. Она как бы... Ну, у нас же скважина ледяная, там вода идет. Я вот... На верхнем этаже и на низу у меня вот такие графинчики. И стоит уже как бы вода такая комнатная. Вот этой водой я поливаю, девчат, поливаю по чуть-чуть. Ну и листики, тоже написали там, Таня, у тебя больные они листики. Да нет, какие подсыхают, я их, девчата, обрываю. Но вот эти вот, они как бы... Вот здесь как бы рыжинка на них, это не больные. Это именно такие листики с рыжинкой. Вот. А эту вот розочку, вот эту, это Верочка мне покупала. Она искусственная, она так стоит у меня уже сколько времени. Мой любимый вот тот цвет. И вот этот. И вот этот. Все, короче, любимые все. Ой, нету нелюбимых, девочки. Они все красивые, шикарные и замечательные. Холодильник я отключила. Видите, дырку оставила. Придет как Костя. Хоть сама с ним бери и перетаскивай. Холодильник один надо убрать, как он мне уже надоел здесь. Хочу стол поставить на место. И здесь, девочки, смотрите, вот тоже каланхоэ. Вот он. Вон каланхоэ такой хороший, пышный. И вот эту герань я тоже рассаживала уже сама. Вот он. Тут вот листики. Вот какие-то липкости появляются периодически. Не знаю, мыло тогда. Но они даже с этими липкие вот листики, да. Но они хорошие, цветут все. И вот здесь вот он. Вот это окно надо переделывать, потому что я там с улицы-то запенивала, я не помню, уже показывала вам. Отрывала, и тогда сильно были морозы, бросила, не доделала. Может быть, вот потеплеет, и я его доделаю сама там, замажу, заделаю. Вот. Но вообще сделано неправильно было окно изначально, девчата. Поэтому здесь и вода капала, вон там, вон щели были прям внизу.
неудачно. Что значит, просто делали корейцы. Я их еще тогда спросила. Обшивали вот когда низ. Ну, я стояла как швейцар, когда обшивали стены и запинком. Я только выйду, они неправильно делают. Я возвращалась, говорю, так переделываем. И потом как встала возле них и говорю, делаем только под моим чутким руководством. Вот так и делали. Все сделали правильно, а окна, вот на окошках они мне сделали косяк. Это была моя глупость, надо было вызвать мастеров именно по окошкам и делать. Вот такая пасмурная погода, девчата. Вон, Вера моя аж уснула. Я бы тоже сейчас легла бы и уснула бы с большим-большим удовольствием. Но что же мне делать? Что же делать? Хлеб-то. Ну, подожду, посмотрю. Может быть, чуть-чуть он поднимется. Это, знаете, у меня дрожжи были. Вот эти. Они тоже как бы сав момент, только с большой пачки. Вот. Ну, не знаю. Они, конечно, долговато у меня лежат. Вот эти вот. Вот. Скорее всего, они уже не такие быстрые. Поэтому, если уж не буду расстраиваться, если не подойдет, еще подожду немножко, не подойдет, да? Ну, что теперь? Умирать и не жить, что ли? Значит, сделаем вечером блинов. Ну, в принципе, у меня там есть кусочки в холодильнике лежат. И я хотела из них сухарики делать. Покушать нам хватит. Ну, сделаем блинов. Правда, девчат? Что, мы не выкрутимся, что ли? Выкрутимся всегда и везде. Ладно, пойду, мои хорошие, вам сейчас примерю то, что я вижу, покажу. Вот, у меня уже там постиралось. Я сегодня не буду больше стирку. Там у меня постельная лежит. Я думала, будет пурга, как нам пообещали. Но если не будет завтра, завтра постираю, чтобы на улице вывесить. Большие тряпки, их надо вешать на улице, не в доме. Это я уже повесила в доме. Вот шапочки там все поперестирала, белые марки носим, которые. И верну шапку рыжую со снудиком и куртку. Ну, пуховик. Она, видите, какая. Вот только в нем пойду и все, а тот не одену. Я говорю, ладно, ладно, ладно. Одевай этот. Ладно, девчата, я пошла наверх. На примерку пойдем. Пойдем. Девчонки, вот я достала свою кроху. Видите, как она выглядит? Вот так рукава сели. Вот. Вот впереди. Вот я, видите? Видно все. Вот спинка моя. Вот спинка. Видите? Я в шортах, вы не смотрите, потому что я лазю по дому, по-домашнему. Вот так. Вот так она здесь протянется, ничего висеть не будет. Фолдить здесь ничего не фолдит. Видите? Вот я сделала вот так. Ну как, вот так сделала, вот так. Как там? Ну, кручусь. Вот все, что связалось. Я хочу вот так вот распустить, вот до сей поры, да? Оставить здесь этот цвет. Потом сделать два цвета, вот тоже кроха, или же вот так, ну вот так, наверное, да? Вот эти два цвета, или же вот эти два цвета запущу. Вот у меня эти цвета и вот такие цвета. Ну, девчата, я так подумала, а почему бы и нет? Буду выдумывать там другую пряжу, все равно будет разница по составу пряжи. А здесь эта же пряжа, эта же кроха, только других цветов. Ну и шут с ними. Она будет у меня чисто, вот чисто-чисто домашняя. Как туничка с карманами, именно по дому ходить. Рукав бы сделала вот буквально вот такой. Ну, две полосы, ой, простите, что тыкать начала. Две полосы, два цвета, вот один бы цвет, да, и второй цвет связала. И здесь
широкая полоса одного цвета и широкая полоса другого цвета. И все. Что тут выдумывать, да? Наверное, так и сделаю, девчата, потому что, ну, в этой тунике я в город куда-либо не пойду. Она останется у меня вот чисто для дома. Вот дома очень хорошо. Ну, в магазин пойду, одену под куртку. И все. Но вот она у меня нету такого, чтобы на... Вот я поворачиваюсь на спине, чтобы она там складками вот здесь вот была. Этого нету. Отделила, как обычно. Петли посчитала на три части. Разделила. Первая часть спина, вторая. И третья часть пополам. Это наши руки. Сейчас я померяю серую свою тунику и вам покажу, как она, в каком она сейчас состоянии у меня. Хорошо? Девочки, одела вот серенькую тунику. Вот так будет горловина. Видите, она свободна здесь. Но я то, что хотела, вот то и сделала. Здесь она мне не давит. Вот эти высокие, я не могу, меня душит. А вот такая горловина нормально. Она еще... Ой, думала, спицу выдернула. Я вставила здесь еще 100 сантиметров леску, чтобы одеть ее. Вот так, девчата. Вот он, ленивый реглан. Я уже говорила, как... Там мне уже просят, Таня, сделай попетельно. Попетельно я делать не буду. Вот этот рисунок у меня на канале есть. Ажурные листики попетельно. Смотрите, провяжите, и вы его свяжете. Вот он, 27 петель у меня здесь. И разделила вот количество петель, разделила ровно на 4 части. 27, 27. 27 и 27, и остаток, вот остаток петель я разделила опять же на 4 части. Вот раз, два, три, и там вот по спинке 4, да? У меня вот по 27, а вот здесь по 5. И как мы вяжем? Когда мы проходим круг, здесь мы вяжем без прибавок. Вот эти 5 петель перед, провязали рисунок, делаю накид, провязываю 5 петель, делаю накид. Опять без прибавок рисунок, опять же накид, 5 петель накид и далее. Через один, девчата, ряд, через один ряд делаем прибавки. 5, потом у нас 7, потом 9. Потом 11, потом 13, по 2 петли у нас через ряд вот здесь прибавляется и получается расширение. Вы должны вот эту часть провязать сами по своим меркам. Я брала вот отсюда и вот до сюда. У меня 20, но я там что-то уже и не помню, или отсюда, в общем... Вот мой подрез, как бы сказать, линия реглана, правильнее сказать. И вот здесь, видите, я взяла подрез, вот, что у меня нету расхлябанности. Вот рукав, я всегда считаю, сколько вот здесь по рукаву, сколько у меня петель вот здесь, по кругу, когда рукава отделились. Мне нужно высчитать, что-то темнеет, темно становится, вот так что ли встать. Посчитала, сколько мне нужно на обхват груди петель. Посчитала перед спинку. Спинка здесь вывязан вот азиатский росток одним рапортом. Вот такой вот рапорт. Вот это 11, по-моему. Вверх 11, по-моему, рядов. Это вот азиатский росток. Посчитала все петли. Вот сколько на мой объем не хватает, вот эти петли нужно добрать. Сюда и сюда подрезать. Все, девчат, вот в таком она сейчас у меня вот так выглядит со спинки. Видите? Вот в таком она у меня пока состояние. Сейчас вниз только вяжи. Таня в шортах домашних, поэтому не обращаем внимания на это. Вот.
Здесь, видите, она свободна, чтобы не было вот так прям в облипку и каждую нашу складочку подчеркивала. Не надо. Надо вот чуть-чуть дать на свободу. Это, конечно, девчата. Ну вот, я вам показала. Вяжите, вязать очень просто. Рисунок может быть абсолютно любой. Вот абсолютно. Если тяжело вот такой рисунок, здесь, допустим, лицевая гладь, здесь сделайте рис. Рис. Вот. Или одна лицевая, одна изнаночная, просто вяжите. Вот вам уже будет полосочки. Понимаете? Или две через две. Любой рисунок, любой. Лишь бы его выделить вот от этого. И все. И у вас все получится. Девочки, не бойтесь. Так, я сейчас померяю свое платье домашнее. Покрасуюсь уже перед вами. Так, девочки, вот я одела платье. Видите, горловина, думали, большая будет, большая горловина. Ничего подобного. Горловина вот открытая. Ну, это же домашнее будет платье. Я могу себе дома позволить. И поглубже декольте. Ну, декольте нам не надо. А вот такой вот вырез прям удачный получился, девочки. И вот один ряд, тут киплевку не стал делать. 2х2 резинка. И вот один ряд я сделала изнаночные петельки. Вот так вот сзади выглядит, видите? Вот я вся в спицах здесь, конечно. Рукав, девчата, вот такой рукав сделала. Вот локоть, чтобы был закрыт. И здесь резинка 2х2. Вот я вчера начала рукав вязать. Ну, вчера прямой эфир, и, конечно, грузилось очень долго мое видео. День какой-то был непродуктивный. Но все равно я немножечко вот рукав повязала. Все равно. Это я вяжу на спицах 3,5. Да. По-моему, 3,5. Ну, вот они, спица 3,5, адиклик. Классные. Вяжу, девчата, вот такие. Привязала моток. Вот теперь я думаю. Вот здесь я 3 раза сделала прибавки. Видите, многовато. Одну последнюю прибавку я уберу. Распущу, поднимусь чуть выше. Ну, вот здесь где-то. А те 2 прибавки пусть будут. А может быть, и те уберу. Потому что хлопок... Видите, как тянется? Вот. Совершенно тянется. И если даже... Нет, один ряд убавок уберу. Потому что если я уберу, то она просто обтянет меня вот в бедрах. Тоже не нужно, да? Здесь тоже будут сейчас полосочки. Вот такой светло-сирень и розовая. Ну, буду вязать вот полосками до самого низа. И карманы, девочки, здесь решила не делать, потому что оттянутся хлопок, оттянутся и будет некрасиво. Потом будет меня это раздражать. Вот такие вот процессы. Вот так вот я показала, что на мне и как это, в каком положении. И покажу вам сейчас еще косынку вязала. Так, покажу слегка, девчат, что же я наваяла. Ну, буду потихонечку вязать. Видите, то погода, голова чумная, то вот это вот приболевшее невозможно. Ну, проходит уже. Вот моя косыночка вторая. Вот здесь вязалась прям легко, вот здесь легко. Вот зеленый цвет для меня тяжеловато, особенно вечером. И вот этот цвет тяжеловатый. Но то, что получается, девчата, гляньте, это еще не отпаренное ничего. Когда она отпарится, будет красота. Ну, тоже вот так, да? Вот так вот. Вообще можно вязать, если, знаете, однотонную, можно связать такую шаль. Вообще рисунок ракушечки. Вот типа этого рисунка у меня розовый кардиган. Вообще очень легко вяжется, очень классный. И такой, знаете, он красиво смотрится всегда. Всегда красиво смотрится.
Ну вот все, нового ничего не завязала. Только вчера вот смотала акрил пинский. Я перемотала, но вязать не начинала. Думаю, я довяжу рукав, а потом уже будем с тем. С акрилом, с шерстом у меня слонинская. Будем разбираться по ходу дальше, девчата, хорошо? Видите, хлеб не получается. Сейчас пойду, наверное, блины замешу. Не знаю даже, что делать. Может быть, замешу, может быть, не замешу. Кашки сварим, поедим, я не знаю. Буду снимать вот эта пряжа, жасмин, девчата, с фикс-прайса. Вот она прям к телу, знаете, когда я ее покупала, думала, что-то она такая жестковатая, грубоватая, в руках кажется. Вот это уже у меня после стирки, стирала в машинке, кстати, ничего с ней не садится, не линяет цвет не, вообще никак. Окрашена очень хорошо, и к телу она вот прям замечательно. Я до этого, вот до этого платья, я хлопком вообще не вязала, девочки. А потом же накупила еще много-много хлопка. Буду вязать. Ну что, мои хорошие, а там на окне маркиз ушел, туда к Вере, а на окне моем кто лежит? Мусюня нос уткнула. Ну, день такой, что хочется моим кошечкам, моей доченьке поспать. А сзади меня портрет. Это я уже делала внученьке. Что-то я икаю, кто-то меня дергает. Ладно, девчата, я пойду налью себе кофейку. Попью кофе. Вечером этот влог я еще не заканчиваю. Вечерком, возможно, я к вам еще подключусь, а сяду, сниму обзор по пряже. А то мне стыдно перед вами, честное слово. Вот, обещаю, скажут девочки, что-то, Таня, все обещаешь, а вот эту нам красоту не показываешь. Покажу, расскажу. Дам ее понюхать, пощупать, потрогать и направлю, где заказать. Все, пока, до вечера. Девчат, погода у нас вот такая. Ну, в Инстаграме пишут, что метель начнется сегодня после 20:00. Ну, посмотрим, девочки, посмотрим, конечно. Мусечка вот сидит. Я посмотрела, что видеоролик уже на 40 минут. Поэтому, девочки, я этот влог, наверное, закончу. Вот вам город мой покажу. Видите, сегодня и заката никакого. Все так серо. Верочка спит. Я пошла еще и уголька подсыпала с полведерка. Пускай уже хорошо у меня дома натопится. Топлю редко, девчата. Сейчас таких... Да и в сильные морозы-то я топила 2 раза в неделю. Дом теплый, мы все утеплили. У нас очень хорошо дома. Поэтому как-то экономлю уголек. Вот. Снег вон проплешины. Ну, наметет, значит, наметет. Если будет, конечно, сильная пурга, то завтра я просто Веру не пущу на прививку ехать, а поедет во вторник. Вот и все. Выйдем из этого положения. То, что врач сказал, понедельник, вторник, я говорю, мы придем в понедельник. Ну, а если уже случится пурга, то, конечно, поедем тогда уже во вторник, чтобы ребенок мой не мерз в пробках. Потому что, когда метель, у нас сразу пробки 10-бальные по городу. Вон там, я вижу, транспорт ездит. Но очень скользко, все чавкало под ногами днем. А сейчас будет морозец к вечеру, это будет гололед вообще страшенный. Поэтому, девчонки, я с вами надолго не прощаюсь. Пойду быстро замешу блины и прибегу снимать видео по пряже. Вот. Поэтому всем здоровья, как всегда, счастья, улыбок, доброты. Пусть вас окружают только позитивные, хорошие, добрые люди. Вот. И встретимся очень-очень скоро. С вами была ваша Татьяна. Всем пока-пока, мои дорогие.